Природная территория Сенгилеевские горы получила статус национального парка. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. К слову, Сенгилеевские горы стали юбилейными 50-м национальным парком страны. Сегодня утром губернатор Сергей Морозов провел рабочую встречу с представителями областного министерства сельского и лесного хозяйства. Несмотря на большое количество скептиков, как внутри региона, которые говорили о том, что ничего у нас не получится, как у предшественников, так и за пределами региона. Итак, целью создания национального парка, если вы помните, это сохранение уникальных лесных и степных природных комплексов Среднего Поволжья, сохранившихся на меловых Сенгилеевских горах. С появлением национального парка в районе появится более 100 новых рабочих мест. Помимо этого, могут появиться и новые возможности для бизнеса в районе в связи с ожидаемым ростом числа туристов. Территория парка составит порядка 44 тысяч гектаров. На ее содержание только из федерального бюджета будет выделяться 75 миллионов в год. Появится и специальная дирекция национального заповедника. Ведутся переговоры с учебными заведениями для привлечения студентов на практику. На сегодняшний день все согласующие документы со стороны региона подписаны. Никаких замечаний и предложений у Федерального министерства к региону по подготовке каких-то дополнительных документов не имеется. То есть мы с ними полностью синхронизировали вот эту подготовительную организационную работу по собственной документации дирекции.